Всем привет! Небольшое видео. Это вал нить укладчика. То есть вот здесь вот нитка бегает и укладывает нитку. Вот у этого вала биение капец. Ну, то есть все они идут литые, как бы проточены понаружи. По боку здесь, походу, он вообще что ли не обработан. Короче, колбасня у всех этих валов офигенная происходит. То есть их надо все дорабатывать. Никто их не дорабатывает, и получается, когда их ставят, например, в моталку, все это дело прыгает по столу и хочет убежать. То есть сейчас посмотрим, какое тут биение, будем от этого избавляться. Так, ну вот поставил, что у нас по биениям. Ну тут, как всегда, капец, вот так вот его колбасит. То есть с этой стороны... С этой стороны у нас... Что происходит? Оп, с этой стороны. Такая колбасня. И по краям. То есть вот так. Надо все это исправить. Это я умею. И потом все дело попробуем отбалансировать. Ну, конечно, стандартно идут вот такие все они валы без балансировки. На советских здесь есть балансировка. Это все не с СССР. Это все новодел. Короче, он лимой и кривой. Соответственно, все дело надо с валом вместе, на котором он изначально будет уже стоять. То есть вот снимать с этого вала уже его нельзя. То есть его надо выровнять на этом валу в центрах, грубо говоря. И все будет работать. Все, нить укладчик выровнен. Идеально ровный. Тут биений нет. Тут биений нет. Тут, соответственно, биений нет. Все относительно оси офигенно. Сейчас на стенд балансировки. Так, вал обработан. Вот эти все места зашлифованы. То есть это все не так просто, как кажется. Чтобы нитку потом не рвало. То есть все это шлифуется. Теперь вот такой специальный стенд ставится на фрезерный станок. Обязательно на фрезерный. На полу это не получится. То есть ставим, и что мы видим? Вот этот вал, он не идеальный. То есть он не шлифованный. Но даже на нешлифованном получается такое. Оп. Он всегда встает в одно и то же положение. Я сделал рисочки сверху. Вот они. Так вот делаем. Оп, и он всегда падает в одно положение. Так это учесть, что вал не очень ровный. А дальше что делается? То есть вот эта часть у него тяжелее. То есть, понятно, здесь у нас больше прорезей, а с этой стороны, по идее, их как бы меньше, если посмотреть. Вот чик, все. Соответственно, нам необходимо вот с этой стороны внизу сделать сверление. И с этой стороны тоже внизу сделать сверление. Блин, офигенный стенд. Прям шикарно. Ну, видно, как он прям раз, чик-чик, чик-чик прям делает. Короче, без этого стенда просто так купить вал, поставить на... Вернее, нить укладчик поставить на вал, поставить в моталку. Все это будет прыгать по столу и стараться убежать в бок. Короче, все это фигня полная. Надо полностью все дорабатывать, чтобы было четко. В итоге с этой стороны и с этой стороны отверстия. То есть ставим. То есть вот метки сверху. Он хочет в это положение вставать, но уже не так яро, как до этого. До этого он вообще капец вставал. Прям в полно, вот он раз там встал в этом положении. Вот этого достаточно. То есть уже нет такого, что он прям капец вниз фигачит. То есть поставлю на моталку, он еще в другое положение встал. Поставлю на моталку, покажу, как он работает. Конечно, нет, балансированный колбасит. Это уже не так будет колбасить.
Короче, стенд офигенный. Так, ставим монетку 10 рублей. Смотрим. Сейчас она под нее попадет. Стоит. Стоит и не падает. Никаких надпилов нету. То есть все четко. Вал, который балансировали. В принципе, все обалденно. Вот так. То есть, что получается, если просто взять вал нити укладчика, его одеть на ось, но он прыгает, то есть моталка будет стараться убежать от нас вдаль. То есть его по-любому надо выравнивать, и если еще и отбалансировать, то получается вообще офигенно. То есть даже монетку можно поставить, и она будет стоять, никуда все это дело не денется. Короче, вот так вот, такой видос. То есть до этого пробовал, долго мучился с этими валами, то есть все дело прыгало, теперь ничего не прыгает, главное его выровнять, и главное, чтобы он был на оси и чтобы его больше не снимать. Вот так. Понравился видос — ставим лайкос, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание, до свидания.